Как бы парадоксально ни звучало, но в Изобильном теперь хочется лишний раз заболеть, чтобы попасть сюда, в новую детскую поликлинику, которая появилась благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму. Новые кабинеты, новое оборудование и, конечно, квалифицированная помощь. Теперь дети Изобильного будут самыми здоровыми. Новая детская поликлиника в Изобильном – это большой подарок для всего городского округа. Хотя появление такого медучреждения сложно переоценить. Самое основное – это то, что теперь будет работаться комфортно и, самое главное, пребывать комфортно. Что, наконец-то, мамочки увидят вот то, что они должны были видеть уже давно. Поликлиника ждала с нами на протяжении даже не одного десятка лет. Сами понимаете, что мы работали в приспособленном для медицинского учреждения здании, но перестроенное из детского сада. Поэтому вот то, что сегодня произошло, этот вот праздничный, замечательный день – Поликлиника построена на средства Каспийского трубопроводного консорциума. Всего на строительство потрачено более 63 миллионов рублей. Еще более 12 миллионов на новое оборудование. При этом важно, что край создает максимально комфортные условия для инвесторов, привлекая их к таким социально значимым проектам. Это одно из приоритетных направлений губернаторских инициатив. А потому есть уверенность, что совместная работа будет продолжаться. За 5 лет в здравоохранение Ставропольского края компания по согласованию с вами и в выборе приоритетов совместных вложила почти 330 миллионов рублей. И вы знаете, я почему об этих цифрах говорю, потому что национальный проект здравоохранения в Ставропольском крае начался давно. И я считаю, что вот вклад компании, частной компании КТК в развитии здравоохранения, он достаточно существенный. И я уверен, что мы и в дальнейшем будем вместе двигаться дальше в этом направлении. Поликлиника построена в рекордные сроки, за 10 месяцев. Здесь есть специалисты по всем основным направлениям медицины. Может быть, кто-то не верил, кто-то верил в это, но тем не менее, это сегодня случилось. Сегодня мы стоим около нового здания, оно будет работать, будет приносить. Не надо, дети должны быть здоровы, она будет их профилактировать, и пускай вот они приходят сюда, посмотрят зубки, глазки, ротики, носик, и домой идут здоровые и счастливые. Маленькие пациенты, возможно, пока не понимают всей прелести новой поликлиники, зато ее хорошо понимают родители. Дети тоже рады, у меня еще третий есть, маленький совсем, вот как раз через несколько дней зайдем, посмотрим. Но, безусловно, главная задача появления новой поликлиники – это здоровое подрастающее поколение, которое, несмотря на юный возраст, благодарно за такой подарок. Антон Киевский, Николай Попов, Ставропольское телевидение.